Ситуация на Украине по-прежнему никого не оставляет равнодушным. Мало того, практически все события, происходящие в нашей стране, так или иначе оказываются или как минимум кажутся связанными с боевыми действиями на юго-востоке соседней республики. И это совсем не удивительно. Все мы в той или иной степени напуганы и боимся войны. На этом фоне указ Владимира Путина о призыве на военные сборы офицеров запаса не только породил немало слухов, но и послужил поводом для многих действительно ждать войны. Наша съемочная группа решила развеять сомнения и отправилась в областной военкомат, где нас сразу же заверили, что никакого отношения к событиям на Украине или где-либо еще указ главы государства не имеет. Военную подготовку запасников проводят каждый год, и нынешний просто не станет исключением. Но это плановая работа, вы понимаете, здесь никакого ажиотажа делать не надо. Это просто кому-то взбрело в голову соединить вот эти два направления, плановую работу Министерства обороны и события на юго-востоке Украины. Зря они так делают. Это все лишнее. Кроме того, военный комиссар рассказал, что на данный момент все те, кто был необходим на сборах в силу особой военной специальности, уже находятся в частях. А за то, что ради этого запасникам пришлось на время пожертвовать работой, они получат денежную компенсацию. Так что война отменяется, все идет по плану, а ждать повесток и заново привыкать к кирзовым сапогам, по крайней мере, пока не нужно.